10 тысяч тонн может достигнуть вылов рыбы в Дагестане в 2019 году. Это рекордный улов за последние 30 лет, отмечают в Северокавказском территориальном управлении Росрыболовства. Больше всего дагестанские рыбаки добыли кильку – почти 3,5 тысячи тонн. Экспедиции позволили определить реальные запасы этого вида рыб в море. Так, по данным специалистов, ежегодно без вреда для водных биоресурсов можно добывать 95 тысяч тонн этого вида рыбы. Одна из причин – улучшение динамики улова в создании единого промыслового пространства на Каспии, отмечают специалисты. Теперь добытчикам не обязательно иметь рыбопромысловые участки. Предприятиям достаточно заключить договор с теруправлением Росрыболовства, на основании которого они получают разрешение на добычу. Также на рынок пришли 20 новых компаний, которые до этих пор не осуществляли улов на Каспии. Также к этому нужно отнести борьбу с браконьерством Северокавказского территориального управления, взаимодействие с пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан. Выросла, так сказать, выявляемость правонарушений. Добытчики, которые были вне закона, поняли, что выгоднее легализовать лов, чем платить большие штрафы по, так сказать, новым тарифам и таксам. Из Краснодарского края и центральных регионов привлечены и крупные добытчики, которые планируют наладить переработку рыбы в регионе. Так, одного из предприятий намерено инвестировать 130 миллионов рублей на строительство консервного завода. К этому времени мы уже успели приобрести помещение в рыбном порту, чтобы организовать холодильные помещения под охлаждение рыбы. Также планируется строительство завода по переработке рыбы в Дагестане. И планово у нас 130 миллионов инвестиций в наступающем году, в 2020 году.